Новосибирске теперь могут отстранить от работы тех, кто не сделал второй компонент прививки от коронавируса. Эта мера указана в постановлении главного санитарного врача области. Сотрудников, не прошедших полный курс вакцинации, отстраняют от работы и переводят на дистанционный режим с 21 декабря. Это касается работников сфер торговли, общепита, красоты, здоровья, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, месяцем ранее начали отстранять от работы тех, кто не привился первым компонентом. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.